Приятного времяпрепровождения. С вами Козел Альпийский. Ну, собственно, кто еще может быть на моем канале? Сегодня мы продолжаем серию роликов о формовании тел, да, единых торсов и ног вместе. На очереди у нас человек, который вышел из бани, чтобы порезать колбасу. То есть мы видим на нем что? Халат и нож. На самом деле это какой-то сарацин, я уже не помню даже как набор называется. Какой-то он средневековый, я заказывал скопом на много наборов. Там примерно одинаковые были тела, вот такие вот, это какие-то средневековые были сарацины, арабы, уж не знаю кто. Эти тела универсальны, то есть это может быть и какой-то древний славянин в этой белой рубашке, знаете, как язычники надевают. И эльф, если в зеленый покрасить, и таларнец, собственно, это араб 40к из Вархаммера. И я да не знаю, кто пират, и какой-то друид. Ну, бородатую голову приклеите, с посохом будет друид. В общем, универсальный халат. Чем-то похож он на звездовского волшебника, да, который 15 лет назад звезда опускала. Он тоже был такой халат, только более жирный. Ладно, хватит болтать. Выдавился у меня уже силикон. Наносим мы силикон непосредственно на миниатюру. Смачиваем руки. Это уже, блин, как заклинание говорю. Ну, конечно, формуем тело, которое может стать волшебником. Говорим заклинание. Смачиваем руки в воде с теплой, в теплой воде с мылом. Держим за подставочку. И формуем такой выползень. Волос козла попал. В кадр. Не меня, а настоящего козла, животного. Ну, потому что в мою мастерскую днем могут зайти звери мои. Кому интересно, я держу хозяйство на канале. Есть ролики, много роликов. Можно посмотреть. Приходят они греться, приходят они спасаться от жары летом. В общем, посетителей хватает. А пока я говорил, мы с вами заформовали это тело. Это тело. Поставили его. Немножечко мы с вами еще сейчас вот края тут подмажем. И все. На этом процесс можно считать завершенным. С вами был Козел Альпийский. До новых встреч. Всем пока.